Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Септимий Север. Септимий Север Луций. Римский император, 193-211 год. Септимий Север был родом из приморского города Лептис, Магда, на севере Африки. И в свою бытность императором он отстроил свой родной город с таким великолепием, что его развалины знамениты до сих пор. При Марке Аврелии Септимий Север стал сенатором и консулом. Позже, после смерти Марка Аврелия и с начавшейся борьбой за престол, был войсками провозглашен императором и после победы над претендентами установил открытую военную монархию. Основной опорой Септимия Севера стала новая, воссозданная из провинциальных частей гвардия. Солдатам был облегчен путь сословия всадников. Септимий Север вел успешную борьбу с парфянами и в честь победы в 2003 году возвел в Риме триумфальную арку, великолепное здание Септизония и начал строительство терм Каракал. Его жена сирийка Юлия Домна, красивая и образованная женщина, содержала салон, в который входил среди прочих врач Гален и философ Флавий Филострат. Под покровительством Юлии Домны Филострат создал свои известные жизнеописания Аполлония Тианского и софистов. Биография Септимия Севера описана в истории Августа. Ну, так вкратце о Септимии Севере. Септимий Север Луций, римский император. Пока-пока, до свидания.